Медиахолдинг «Архыз-24» принял участие в спецпроекте для ведущих региональных СМИ «Проектная мастерская интеграция», который при поддержке фонда президентских грантов запустила команда «Мастерской новых медиа». Первый этап программы прошел в начале года, когда обучение прошли 50 руководителей 41 российского СМИ, в том числе из Карачаева-Черкесии. В спецпроекте приняли участие главные редакторы телеканала «Архыз-24» Мадина Батчаева и Республиканского информационного агентства Карачаева-Черкесия Неля Карабашева. Второй этап проекта – семинары для членов проектных и творческих команд выпускников проекта «Интеграция». Задача этого этапа – рассказать, как работают новые медиа, как СМИ могут приносить пользу людям, как реализовать медиапроект от идеи до заявки на конкурс и доработать редакционный медиапроект, связанный с интеграцией новых территорий. Такой обучающий семинар провели для сотрудников нашего медиахолдинга руководитель пресс-службы проекта «Мастерская новых медиа» Сергей Ливаненков и главный редактор портала «Кавказ сегодня» Маргарита Жемчугова. Очень важная задача мастерской – это формирование команд. Сейчас невозможно делать качественный продукт без команды, без хорошей, крепкой, сильной команды. Причем не только профессиональной, а очень важно, чтобы люди в этой команде совпадали по ценностям, чтобы у них было одинаковое видение результата, чтобы они одинаково относились к жизни, к тому, что делают. Вот тогда, когда есть вот этот вот эффект, эти команды могут делать действительно очень классный, крутой продукт, без противоречий внутри. Журналистам бы я сказала быть все-таки... Чему-то учиться у блогеров. Журналистам с телекомпании, да. Потому что именно блогеры сейчас, хорошие, успешные блогеры, задают тон. И именно они делают эмоциональные, крутые истории. И мне кажется, журналистам с телека нужно немножко смотреть в ту сторону. А блогерам, в свою очередь, наоборот, набираться некого опыта у журналистов телеканала. Заниматься очень выборочно, аккуратно структурировать свои тексты. И, наверное, все-таки изучать вопрос более глубоко.